Ивана Ахматовой. Страницу и огонь, зерно и жернова, секира, острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты, поскольку жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретший речи дар в глухонемой вселенной.